Друзья, в этом ролике мы расскажем вам, как пожаловаться на негативные комментарии на сайте CoinMarketCap. Для этого зайдите на CoinMarketCap. Для начала вам нужно авторизоваться на сайте. Если у вас уже есть аккаунт, авторизуйтесь, нажав на кнопку «Логин» в правом верхнем углу. Если нет, пройдите простую регистрацию, нажав на «Sign up» в правом верхнем углу. В открывшемся окне вам нужно будет ввести свой email и придумать пароль. Введите их и нажмите на кнопку «Create an account». После этого вам будет предложено пройти простую проверку безопасности. Затем на вашу почту придет письмо подтверждения со ссылкой для подтверждения аккаунта. Перейдите по этой ссылке. Итак, вы успешно зарегистрировались на CoinMarketCap. Теперь введите в графе поиска PLC Ultima и в открывшемся меню выберите строку с логотипом нашего коина. Откроется страница, посвященная нашему коину. Теперь проскрольте страницу вниз. Справа вы увидите ленту с комментариями. Выберите комментарий с негативом и в правом нижнем углу под комментарием нажмите на три точки. Откроются опции того, что можно сделать с данным комментарием. Выберите первую опцию в списке – «Report Post». Откроется окно, в котором необходимо выбрать тип проблемы и причину. В графе «Problem Type» выберите опцию «It is suspicious, misleading or spam». В графе «Reason» выберите «Giving unsolicited or incorrect information». После этого нажмите на кнопку «Report». После этого вы увидите сообщение, что жалоба была успешно отправлена. Пожалуйста, оставьте жалобы на как можно большее количество негативных комментариев. Это поможет удалить фальшивые комментарии с нашей страницы на CoinMarketCap. Теперь мы расскажем, как оставить комментарий о своем успешном опыте работы с продуктами PLC Ultima. Оставить комментарий очень просто. Справа от графика вы увидите окно, в котором можно написать свой отзыв. После того, как вы закончите писать отзыв, нажмите на кнопку «Пост». После этого вы увидите свой комментарий в ленте. Успешной работы!